У каждого из нас с вами есть такие вещи, которые уже успели утратить свой первоначальный вид. Так вот, сегодня я расскажу, как же дать таким вещам вторую жизнь с помощью белизны. Итак, у меня есть вот такая вот футболка от нашего бренда Tone Fresh, на которой я сделаю сегодня кастом. И давайте я вам расскажу, что же для этого нужно. Первое, что нам понадобится, это белизна. Далее нам нужен таз, куда мы будем ее заливать. Следующее, это скотч, мы будем скреплять нашу футболку. И дальше нам нужны перчатки для того, чтобы защитить руки. И в конце нам нужна емкость с водой, где мы будем споласкивать нашу футболку. Для начала мы должны взять и свернуть нашу вещь вот таким вот образом. После того, как вы это сделали, берем скотч и закрепляем ее. И теперь мы отправляемся на улицу и уже будем делать кастом. Итак, друзья, теперь мы полностью готовы, так что приступаем. Итак, для начала мы должны налить немного белизны. Вот столько будет вполне достаточно. Теперь берем нашу футболку и начинаем ее обмакивать. Теперь мы ждем до тех пор, пока не начнут появляться пятна. И как мы видим, уже начали появляться пятна. После этого мы должны ее обмакивать в нашей емкости. Пока наша футболка сохнет, хочу вам рассказать о том, что у меня есть Инстаграм, где я каждый день выкладываю кастом и делюсь полезными советами по уходу за одеждой и обувью. А также на этом YouTube-канале я буду рассказывать обо всех принципах кастомизации. И после просмотра каждого видео вы сможете сделать такой же кастом. Так вот, друзья, получилась вот такая футболка. И самое главное то, что такую вещь может сделать абсолютно каждый из нас. И с помощью этого выделиться как-то из толпы. Так что подписываемся на канал, впереди будет еще много видео с кастомизацией.